Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, как меняется содержание кошки зимой. Ближе к зиме у кошек снижается активность, они меньше двигаются и больше спят, становятся спокойными, а чтобы сократить потерю тепла, сворачиваются клубочком и укрываются теплым хвостиком. Вы поймете, что ваша кошка замерзла по мышечной дрожи, а также холодным лапам, которые кошка пытается поджать под себя. Кошкам без волосяного покрова необходимо на зиму надевать специальную одежду. Теплые комбинезоны, попоны или какие-нибудь кофточки. Лысые кошки более чувствительны к перепадам температуры и сквознякам. Длинношерстные питомцы требуют также повышенного ухода. В частности, необходимо более внимательно следить за шерстью животного, не допуская ее сбивания в колтуны. В обратном случае теплообмен нарушается. Поскольку на обогрев организма кошка тратит зимой дополнительную энергию, то восполнять ее приходится за счет поедания больших порций пищи. Добавляйте в рацион своего питомца белки и жиры. Полноценное питание вашего любимца должно также включать в себя витамины и аминокислоты, в частности биотин и таурин. Последний – это аминокислота, которую кошка получает исключительно с мясной пищей, а биотин – это витамин, который содержится в яйцах, почках и печени. Помимо всего, можно купить предназначенный для кошек теплый коврик, который работает от электросети. Такие коврики могут быть разного типа действия. Есть те, в которых ток подается непрерывно, но есть и такие, которые начинают нагреваться только тогда, когда кошка ложится на коврик. Перед началом зимы кошки линяют, чтобы обрасти теплым густым подшерстком для защиты от холодов. Правда, в отапливаемых квартирах и домах линька у кошек имеет вид вялотекущего и затяжного процесса, который может продолжаться несколько месяцев. Учитывая это, котов следует периодически вычесывать, а также выводить из желудка комочки шерсти. Зима – время, когда иммунитет снижается не только у людей, но и у кошек. Сквозняки, низкая температура в квартире, сырость может стать причиной возникновения у животного инфекционных заболеваний. Поэтому внимательно следите за своим питомцем. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.